Ежедневно российские оккупанты теряют на украинской земле личный состав, теряют технику. А мы ежедневно рассказываем о том, какие потери колоссальные несет российская оккупационная армия. И вот пришло время озвучить обновленные данные, которые предоставляет Генеральный штаб Украины. Внимание на экран. Итак, 481 день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли, внимание, 220 450 оккупантов. Кроме того, в списке потерь реактивные системы залпового огня 610 установок, артиллерийские системы 3865 единиц. За это время украинским защитникам удалось уничтожить 305 вражеских вертолетов, сбить 314 вражеских самолетов, 3383 беспилотных летательных аппарата и крылатых ракет в количестве 1211 единиц. Также российская оккупационная армия потеряла специальной техники 526 единиц, средств ПВО 370 установок и автомобильной техники 6613 единиц. Эффект линзы, как же без него, ощутили на себе за это время 7735 боевых бронированных машин врага, а также 3989 российских танков. В Черном и Азовском украинских морях уничтожены или повреждены 18 кораблей и катеров противника. Ну что, вот так мы видим, с каждым днем увеличивается количество потерь. Это абсолютно четко видно в статистике.